И всем привет, ребята, с вами просто Полли. И сегодня, в общем-то, ко мне наконец-то приехала моя жвачка для рук. Это у нас Crazy Aaron's Singing Putty, или как она читается правильно. Это из серии Illusion, только мини. Видите, оно вообще вот так узенькое, но зато очень крутое. Короче, это жвачка для рук, которая под разным углом, ну, если смотришь на нее под разным углом, она будет разного цвета, в общем-то. Называется она Super Fly, то есть муха. У них у всех такая приписана Super, у всех из этой коллекции Super и что-нибудь. У меня муха, Fly, да. Вообще, я хотела себе Super Скоробея, он поприкольнее, мне кажется. Но, к сожалению, в наличии его не оказалось на том сайте, где я хотела. Поэтому вот такую заказала. И сейчас мы откроем. Правда, я не особо знаю, как бы тут это сделать. По идее, понадобится нож. Пауза! Снимаем вот эту вот оберточку. И готово. Смотрите. О, здесь еще такая вот штучка, вот эта вот ароновская. Это их логотип, так сказать. Да. А, сейчас вот. Видно? Так вот хорошо должно быть видно. Теперь еще это надо отковырять. А, вот. Оно липкое такое. Точнее, к этому прилипло, а так оно на ощупь не липкое. О, боже, класс. Ух ты ж. Ну, еще и к этому прилипло тоже. А, сложно. Короче, давайте возьмем такой маленький кусочек. Смотрите. Он так приливается прям прикольно. Так, ща. А, как же тебя достать отсюда, а? Муха ты. Сложно. Во. Она прям такая твердая. Слушайте, прям. У-у-у. Вам, наверное, не сильно видно сейчас. Свет. Смотрите. Так вот прям. Типа так вот более синяя. А вот как-то... Ну, просто камера не особо передает. Оно реально очень круто. Такого прям оттенка. Ах, смотрите, еще вот так, если растянуть. Оно такое, знаете, на ощупь, вот я даже не знаю. Бывает, знаете, такое ощущение, типа, как кажется, будто оно должно быть тяжелее, оно прям такое легкое. Вот я что-то предполагала, сейчас вот так лучше сделаю. Там на заднем фоне мой пенал, всякая другая фигня, не обращайте внимания. И слушайте, это реально очень классно. Эх, блин, почему у меня на телефоне такая плохая камера? Ох, вот так вот. Сфокусируем. Короче, оно прям так переливается, смотрите. В общем, такой оттенок прям, я не знаю, как это назвать, ну реально, как муха какая-то, такой зеленоватый. Еще с таким каким-то розовым, что ли, оттенком, оно когда блестит, ой, еще щелкает, слышите? Сейчас, так вот его. Что-то не особо сейчас получилось. Ну, в общем, если слышите, то поздравляю вас. Значит, у вас супер-мега хороший слух. То, что мой телефон звук вообще плохо передает. Короче, реально очень классная штучка. Как-то маловато ее, конечно, я думала чуть побольше. У меня просто, знаете, у меня, короче, из этой же серии, только там... грязюка. Только там не Crazy Aaron's, а Mark's Thinking Putty. Вот этот. Короче, у меня есть магнитный пластилин. Сейчас. Здесь прям рядом. Я его, правда, в другую коробочку переложила, потому что та коробочка там проблемка, короче, мягко говоря, произошла, и коробка погнулась. А, прилип. Правда, заказывали мы оранжевый, а он приехал оранжевый, а потом как-то испортился и стал коричневым. Но он, как видите, вообще такой липкий весь. А, старый. А этот вообще не липкий, такой прям, ох, классный. Но этого, конечно, намного побольше. Смотрите, аж заметно. Прям вообще. О, видите, растекается потихоньку. Даже прям заметно, а этот нет. Ух ты ж. Следы остались. Ну, этот, в общем-то, липучий, но он просто уже старый такой. Кстати, на канале же на моем есть обзор на него, да, точно. Я что-то забыла показать, там заодно и коробочку от него увидите. Но он неплохой такой был, да, он магнитится еще плюс. Но, ну, в общем-то, так. Только видео очень старое, не надо его смотреть, но я ссылку оставлю, наверное, в описании, если не забуду. Смотрите, такой прям... Ой... Но на ощупь шершавенькая такой чуть-чуть. И при этом гладкая. Вот я не знаю, как-то и шершавая, и гладкая. Это странное ощущение. А, в общем-то, вот
Такой вот красивенький, красивенькая жвачка для рук. Чуть не сказала лизун. Но это не лизун. Лизун и жвачка для рук отличаются. Лизун, он более такой мягкий, более жидкий. А это более плотная штука. Смотрите, вот она. Вот так вот только, видите, чуть-чуть вниз падает. Ну, короче. Вот такой, конечно, короткий очень обзор получился, да. Но просто это супер кайф. Вот так блестит прям топово. В общем-то, да. Это реально очень классная вещь. Всем советую. Это не реклама, просто. Сейчас, закрою. В общем-то, да. Ну, куда покатился? В общем-то, с вами была просто Полли. На этом все. Всем удачи и всем пока-пока.